Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Андрес Лопес работал в 1763-1811 годах. Картина называется «Троица земная и небесная». Без даты. Медная пластина, масло 33/36. Согласно христианской доктрине, Бог един, но проявляется в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Художник представил Троицу в антропоморфном облике в виде фигур, возвышающихся над Марией и Иосифом, земными родителями Христа. Окруженные легким сиянием лики Отца и Святого Духа почти идентичны, но на груди у каждого свой символ – солнце и белый голубь. Центральная фигура Иисуса на картине выступает связующим звеном, как композиционным, так и смысловым. Представлен дуализм божественной и человеческой природы Христа. В руках младенец держит знак ожидающих его страданий – плат Вероники с ликом Спасителя в терновом венце. По преданию, женщина по имени Вероника оттерла своим платком пот с лица Иисуса, несшего крест на Голгофу, и на ткани запечатлелся его образ. Данную работу отличает мягкий колорит, построенный на сочетании нежных серебристых оттенков розового, зеленого и голубого цветов. Ну вот, такое описание я нашел в интернете к работе Андреса Лопеса «Троица земная и небесная». Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом «Великий музей мира». Пока, до свидания.